На полную. Чертям свинячим. Лучше у нас уже все равно не получится. Давай. Что за дьявольщина? Эта дрянь еще и сопротивляется. Да что за ересь? Система ручной активации, гидравлика. А, черт. Артем, теперь задание на миллион. Видишь там кран под потолком? Забирайся в кабину. Это резервная система активации. Там есть захваты и манипуляторы. С ней мы сможем поднять стержни. Ты дуй туда, и я отвлеку эту тварь. Ну, сейчас или никогда. Достигнута контактная зона.
Внимание! Извлечение стержня!
Это контактная зона. Внимание, извлечение стержня. Пошли сюда. Вернемся позже и закончим это дело. Сначала давай разберемся с твоими девами.
Только оглядись, Артём! Это же наше наследие и наше будущее. Невозможно представить себе, какую власть дает своему хозяину это место. Какую силищу! Мы сможем огнем и мечом отвоевать свое место под солнцем, снова стать повелителями земли. Мы перестанем жить и дохнуть в подземельях, как крысы. Будем строить дома до небес, а в метро спускаться только, чтобы домчаться от одного конца города до другого. Слово «человек» будет снова звучать гордо. Скажите, товарищ полковник, а кто сильнее, вы или Супермен? Гори в аду со своими шуточками. Видел бы ты создание, которое живет там, внизу. Ну ладно. План действий таков. Мы с Артемом выдвигаемся в Останкино. Попытаемся забраться на башню. Дадим вам координаты и будем корректировать огонь. Ты останешься здесь, прикроешь Володю. И попробуй достучаться до наших, чтобы прислали подкрепление к башне. Ну, храни вас, ну, в кого вы там верите. Полагаюсь я только на себя и на вас. Всем остальным плевать и на нас, и на то, что мы тут человечество опять спасаем. Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Как добрались, товарищ полковник? Что это за шум? Слышите? Какого черта? Круг! Быстро! Десантируйся.
Опасно отсюда.
зачем сделать? Путь наверх. Есть мыслишка. Давай-ка забирайся на крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырья жало, давай! Вуаля! Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Наверх. Чем выше, тем лучше. И установить систему наведения там. Давай, парень. Теперь все в твоих руках.
Ну же, Артём!
Зачем они здесь? Он несет смерть. Артём, прием! Слышите? Артём, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Он пришел истребить нас. Почему? Нельзя позволить ему. Как и все они. Мы остановим тебя.
Уничтожьте его. Сдавайся. Врагов надо истреблять. Каждый пожелает то, что посеял, Артём. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга. 20 секунд до завершения процедуры захвата цели. Боль, смерть, предотврати, спаси. 10 секунд до завершения процедуры захвата цели. Пять, четыре, три, две, одна. Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом — метро. И мы победили».